Привет, это 11 урок из курса по созданию шутера от третьего лица. В этом уроке мы добавим пистолет нашему герою. Но первое, с чего хочется начать, так это исправление очередных багов. Куда ж без них. Итак, если мы подходим, нажимаем правую кнопку мыши, и у нас что происходит? У нас прицел вдали, но наша камера приближается, она ударяется о наши препятствия, и случаются вот такие вот неприятности. Без них никуда не уйти. И сейчас это пофиксим. Идем в скрипт, наши свойства и камера конфиг. И по иксу я в прошлом уроке случайно совершенно это задел. Это вообще не надо было задевать. Вернем прежнее значение. И у нас все будет прекрасно. У нас камера просто будет вперед подъезжать, и все. И никаких с этим проблем больше нет. Все, как видим, проблем больше нет. Все, а теперь перейдем к теме нашего ролика. Так, первое, что хочется сказать, то, что нам потребуется звук. И нам потребуется модель. Вот она, модель. Еще, по поводу самого скейла. Как видите, он у меня 1.1.1, но в модели у меня указано, что 1.1. Изначально при импорте модель вот такого размера. Конечно, можно это все подогнать обычным скейлом, вот так уменьшая, но тут есть подводные камни. Если скейл здесь не равняется 1, то есть 1.1, 0.9, неважно, тогда процессору необходимо обрабатывать еще этот скейл во время игры, каждый кадр. А это, как понимаете, лишняя нагрузка. Поэтому здесь везде ставим единицу. Не имеет значения, какого он размера будет. И вот здесь вот указываем его размеры. И поставим ему где-то 0.13. Этого хватит. Итак, теперь нам необходимо выставить ему в руку. Наш автомат, он у нас есть уже в префабах, он готовый. Нажмем Apply и можем его удалить. Проверим, где он у нас. Вот, там 4, все прекрасно. Удалим. Теперь вставим пистолет ему в руку. Так же, как и с автоматом, нам необходимо навесить на него пустышки. Первое, мы его переименуем. И создадим еще одну пустышку. И все наши модели засунем в эту пустышку. А дальше делаем все то же самое, что и с нашим автоматом. В Muzzle Flash необходимо здесь указать 0.05 где-то и поставить на Local. Мы тогда изменили чисто для автомата, но здесь для префаба, так чтобы каждый раз это не менять. Создадим Weapon Properties. Назовем его Colt. Так, это будет для нашего позиционирования. Навесим скрипт Weapon. И навесим Audio Source. Так, это все есть. А теперь необходимо нам это все заполнить. А сама декаль нам она не нужна.
Так, теперь запустим. Угу, мы не указали. Нам нужно здесь указать weapon. А здесь left hand target указать нашу left hand ID. Так, что мы на этот раз забыли? Вроде бы даже все хорошо. Итак, наш персонаж целится. У нас все хорошо работает. Теперь необходимо нам выставить правую руку. Итак, целимся. Почему ты не хочешь? А, понятно, мы здесь закомментировали это все. Не знаю зачем. Так, ладно, целимся. И наш персонаж проваливается. Так, почему? Где он проваливается? Угу. Наши ноги не участвуют в этом. Потому что нам нужно здесь, где... вот здесь еще указывать ноги. Так, вот здесь вот мы убираем, добавляем нашу переменную isaiming, и нам необходимо добавить движение. Точка isaimingMove равняется isaiming. И здесь то же самое. Я, правда, не знаю, зачем здесь else. Ну ладно, else нам не нужен. Теперь проверим. У нас просто ноги были занулены, поэтому... Так... И теперь необходимо нам выставить. Даже, знаете, тут не дебаг, а имминг. Так, убрать. Пусть все будет правильно, красиво. Ну, дебаг, а имминг. Теперь выставляем правую руку. Даже можно сюда вот целиться. Так, мне нужно выставить ее. На ближних дистанциях оно все хорошо, но когда вдаль, это какой-то ужас. Почему он так выглядит? Ладно, оно так. Ну да, видим то, что оно не совсем туда повернуто. Но вроде изначально так и все было хорошо. Ладно, оставим все как изначально было, просто здесь минус 90. И сохраним. Также как раз сразу и выставим нашу левую руку. Она особо не годится, чтобы здесь держать, потому что наши пальцы не предназначены для этого. Но придерживать снизу они более-менее подходят, поэтому сделаем придерживание нашего пистолета снизу. Ну как-то так. Вроде не настолько донно это выглядит. Теперь сохраним нашу позицию левой руки.
Выключим дебаг. А, он выключен у нас. И смотрим. Что-то пошло не так. Ну да, неужели это я выставил такие координаты? Ладно, давайте еще раз. Нам нужно прицеливание. Он так прицеливается, что? Угу, понятно. Я забыл здесь в инвентаре поменять. Поэтому он целится, как будто это винтовка. Он берет те координаты. Все, вот так лучше. Я совершенно забыл за инвентарь. Выставим снова нашу руку. Скопируем. Так. Ставим. Оно как-то работает. О, теперь это хотя бы работает. Так, это работает, это все работает. А теперь необходимо нам разобраться с аниматором. Как видим, у нас вот персонаж не особо держит оружие хорошо. Первое, что необходимо сделать, это пойти в наш Animation IK и добавить вес левой руке. Вот у нас есть вес для правой руки, мы добавим для левой руки. И здесь вот где единица, мы заменим на LH Weight. И здесь необходимо нам дописать. Так что то же самое, только для левой руки. Как видим, у нас он держит. Где у нас? Вот, веса. Веса хорошо работают. И нужно нам пойти в аниматор теперь. А здесь новый слой создадим. Назовем его Right Arm. Поставим его сюда вторым. Создадим пустышку. И нам необходима анимация держания пистолета. Pistol Idle. Добавляем. Теперь здесь. Нам необходима такая вот крокозябра. Делаем пустышку стандартным. Отсюда два перехода и отсюда. А здесь нам необходимо новое свойство создать. Наверное, интовское. И типа Weapon Type. Это есть. Теперь новую маску создадим. А есть она у нас Right Arm. И указываем здесь правую руку. Это левая, но зеркально это будет правая. Потому что вот это вперед человека. И теперь необходимо нам настроить все эти переходы. А перейдем сперва в слой с правой рукой. Здесь нам необходимо указать, если у нас aiming равняется true. Убираем галочку. И здесь, если aiming равняется false. Aiming false. И type weapon равняется одному. С этим все. Перейдем теперь в наши руки. Здесь нам необходимо, если у нас aiming равняется false. А здесь aiming равняется true. Теперь здесь, если у нас type weapon равняется 2, а здесь, если равняется 0.
То есть смотрите, если у нас переходит сюда в пустышку, если у нас винтовка в руках, тогда перейдет сюда, будет здесь ожидание. Но если у нас пистолет, у нас будет здесь пустышка, и пистолет будет целиться. И обратно уйдет в пустышку, и он не будет перед собой держать пистолет. И последний переход. Здесь есть aiming true, а здесь aiming false. И наш type weapon равняется 2. Здесь укажем единицу, нашу маску и IK true. Теперь проверим, как это работает. Не так, как бы нам хотелось, потому что мы сделали новые переходы, но галочка осталась ключной. Угу. Это есть. Теперь по поводу того, что он вот так руки назад. Здесь мы указываем то, что 0, он телом не двигает. А также нам необходимо в аниматоре указать, какое у нас сейчас оружие. Аниматор, оружие 1. Все, теперь он у нас держит так пистолет. Ходит. Целится. И держит пистолет. А если мы укажем здесь 2, тогда он у нас будет держать как винтовку. А на этом я закончу свой урок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и до свидания.